В Иванове станет на 7 ТОСов больше. Такое решение было принято на заседании городской думы. Если раньше ТОСы организовывались в основном в частном секторе, то теперь и районы с многоквартирными домами обзаводятся собственными территориальными общественными самоуправлениями. В связи с этим глава города собрал у себя руководителей существующих ТОСов, чтобы обсудить нынешнее положение дел и поделиться хорошей новостью. Совсем скоро для обмена опытом в Иваново приедут представители ТОСов Костромы. К нам приедет делегация с Костромы, руководители ТОСов Костромы, которые хотели бы сегодня познакомиться с тем, как у нас работает территориальное общественное самоуправление в городе, какие положительные моменты здесь есть, взаимодействие муниципальной власти и ТОСов.